Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как вы знаете, у нас такой очень важный день. И сейчас только стала известна информация важная. Кто хочет прийти на суд, кто собирается сегодня прийти на суд, пожалуйста, возьмите с собой паспорта. Потому что нам отдали первый зал под это судебное заседание. Это, я так понимаю, самый большой зал. Мы никогда там не были, и туда можно будет зайти всем вольным слушателям, которые хотят. Но для того, чтобы попасть в Верховный суд, нужны паспорта. Поэтому, друзья, берите паспорта. И опять-таки хочу попросить... Не нужны никакие плакаты, транспаранты. Пожалуйста, давайте будем вести себя очень корректно для того, чтобы не навредить. Спасибо всем огромное. Постараемся держать всех в курсе. Вы видите, какая сегодня погода. Очень холодно, очень ветрено. Прямо вот какой день, как в душе. Друзья, такая и погода в Тайгане. Спасибо огромное. Держим кулачки. Мы чувствуем всю вашу помощь. Все ваши сердца. Мне кажется, сегодня мы бьемся в унисон. Я верю, что сегодня мы вернемся в парк Львов Тайган вместе с Олегом Алексеевичем. До встречи, друзья. Я думаю, что он сразу даст интервью. И вы все увидите и услышите человека-льва.